Образцово-показательные притопы от образцового ансамбля танцев. Это не игра слов, коллектив «Надежда» на самом деле так и называется. Впрочем, собственную образцовость они видят вовсе не в безупречных танцевальных движениях. Потому что мы улыбаемся на сцене. Мы дружные. Мы всегда дружные. Но оказываясь на сцене, девушки явно рассчитывают не на одну только улыбку. Русский народный стиль, что может быть лучше? Повела плечом, и вот он, зал твой. Большой популярностью также пользуется номер, поднимающий острую гендерную проблему. Тут даже не 9 ребят, на 10 девчонок он тут вообще один. Вот и мучается. Всего 73 танцевальных коллектива со всей Нижегородской области. Это на минуточку почти 2000 участников. Кстати, помимо народного, соревнуются в номинациях классический и современный танец. Некоторые со своим стилем еще не определились. Мы танцуем облака, потому что... А какие они облака? Они белые. А кроме того, что они белые, какие еще облака? Белые. Но другие уже точно знают, зачем и почему они выступают. Нам очень нравится наша атмосфера, и тут очень все дружелюбные. И вообще у нас очень тяжелые тренировки, но мы стараемся хорошо танцевать. Финал танцевального конкурса «Волшебный каблучок» состоится в воскресенье. Лучшие солисты, кроме призов, получат рекомендации для включения в список кандидатов на присуждение премии по приоритетному национальному проекту образования. В общем, есть ради чего стараться. Прежде всего, конечно, это техническое исполнение, соблюдение жанра, в том, котором заявлен коллектив, и, конечно, соответствие музыкального материала, направление того или иного региона и должно, конечно, соответствовать возрастным особенностям участника. Варвара Ермакова, Владимир Гайдай, объективно, ННТВ.